включаем кнопку ON. Дальше кнопкой MOD выбираем режим, который мы хотим. Я начну с самого маленького. Кнопочкой плюс мы добавляем силу тока. Ой, смотрите. Лампочка моргает. Это частота, с которой передаются электроимпульсы. Кнопкой плюс добавляем силу. Ну, ощущения очень специфические. Мышцы дрожат как будто бы. Вот здесь я пробую. Странно. Немного тяжело говорить. Давайте пробуем второй режим. Второй режим – это длительное сокращение. Второй заход. Вот так, на середину бицепса располагаем аппарат. Включаем. Вот уже на второй скорости видно сокращение мышц. Ой! Если напрячь мышцу, то, конечно, ощущения немножечко сглаживаются. Ух! Полный расколбас просто. Ух. Слушай, попробуем подвести итоги. Я не могу сказать, что ощущения сопоставимы с теми, которые возникают, когда, к примеру, качаешь пресс. Это импульсный ток, который заставляет сокращаться ваши мышцы. То есть диванно вы не накачаете пресс, но это можно использовать как дополнение. Например, вы соблюдаете диету, ведете какую-то физическую активность, но хотите проработать конкретно мышцы пресса и крепите себе вот эту штуку помимо тренировок. Тогда вы можете добиться результата. Но ощущения очень специфические. Лично мне, например, не сильно понравилось, не очень приятно. На высоких оборотах у меня возникло ощущение, что меня просто бьет током. Однако у каждого свое восприятие. На этом, думаю, обзор можно заканчивать. Ссылки, как обычно, под видео. Спасибо за просмотр. Пока!